Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трэш на английском сервере. Большинство из вас проголосовало, скажем так, 80%, даже больше, что поиграем десяточки на пиратика. И вот такой вот здесь пиратик, топовый пиратик. Помимо этих плюх можно достать там еще сундучков, кучу всего нужного. Четвертое и пятое даже есть, вот такие вот сундуки. В общем, куча итемов для прокачки, они нужны на любом аккаунте, поэтому мы сегодня поиграем. Вот карты смены даже падают вот так вот, поэтому играем сегодня в пирата, качаемся. Ну вот что вам сказать на это, вот скажите, что еще надо для, грубо говоря, без доната? Посмотрите, сколько за 1200 нам упало итемов. Ребят, 9 коробок смены, карта третья, и сразу же 3 третьих сундука, ну и самые прочие. Конечно, у меня здесь дофигища и так итемов, но они нам не помешают для дальнейшей прокачки. Призрачный всадник, сейчас Бигфут будет, ну просто изи. Восьмая эмблема, ребята. У нас там еще есть эмблемки, мы их тоже пооткрываем. Это просто жесть. Посмотрите, что делается. Офигеть. Сколько мы там? 4 раза жмакнули или 5? Вот 5, по-моему, да, 5 раз. Это просто жесть. Вот это пират. Что вам сказать? 2 Бигфута, эмблемка, сундуки, 6 кулаков, 30 коробок, ребят, смены чар. Это дофига, потому что чары реально очень фигово падают. Поехали еще поиграем. Просто жесть. Ой, поехали поиграем и залез в роллинг. Так. Вот так вот, вот это топовый пиратик. Так, нам нужна девяточка. Сундучки, это, конечно, круто, но мне нужна девятая руна. 45 кгшек. Ой, я говорю 45. 45 этих коробок. Ууу, огник, 3 сумочки, нифига себе. Вот скажите, что это не топово. Правда, первое, если были бы вторые, это вообще было бы жестко, наверное. Тут можно было бы просто сундуки одни получать. Падает, конечно, дико. Вот так вот, посмотрите на эти расходники. Офигеть. Просто офигеть. Такс. Поехали опять. Тратим так тратим. В принципе, самики это такое-то наживное. Здесь ресурсов и так хватает. Для прокачки самоцвета нам, ну, особо на что-то такое не нужны. Еще одна. Отлично. Сейчас получим кучу эмблемок. Так, это что-то не очень удачный заходик. Блин, девятые не дают. Вот надо одна рунка девятая, ее так и не дают. К сожалению. Давай, рандомчик. Это реально жесть, ребят. Сколько мы всего вытащили отсюда. Смотрите, что делается. Просто аут. Офигеть. Сколько мы всего вытащили за там за 30к. Единственное, что нам не упало, еще только это, только девятая рунка. Так, и последних за 1200, но будет или нет? Не, не упало, к сожалению. Ну и ладно, слили то и слили. А теперь поехали.
Посмотрим, что же мы все-таки получили. Давайте так. 1200. Жесть. Ну, это я оставлю на этот. На питомцев. На их прокачку. Тоже. 405, ребят. 81к. Ну, скажите, это нормально? Конечно, это нормально. Это обалденно просто. Так, отличненько. Это мне нравится. 24к кулаков. Вот это кайф. Это действительно круто. Тут, видите, не хватает так у нас и одной этой. 227 коробок уже. Я офигею. Вот это кайф. 27 бигфутов. Вот что значит 27 бигфутов, а сколько? И 18 при... Вот что значит, ребят, английский сервер. 27 штук уже. Офигеть. Просто офигеть. Так, это у нас эти. Это мы позабрали. Так. Ну, неплохо. Поехали, открываем итемы эти, потому что место 6 всего. Ну, и 6 хорошо, я вам скажу. На фоне этих всех ресурсов, которые мы вытащили. Посмотрите, сколько сундуков. У-у-у, есть. Мы это сделали. Как не так, то так, видите. Ну, вот это просто кайф. Такс. Ну что, кто у нас следующий будет? Есть ворожей. Фрейка. Ну, Фрейка пока под вопросом. Не знаю, ну, нету смысла, наверное, и баст качать. Кто у нас еще с таких героев востребованный будет? Анубис. Анубис. Можно и Бугича, конечно, качнуть. В общем... Варианты есть, и Ронина можно на девятку. Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть. И качнем. У нас уже есть девятка раз, девятка два. То есть можно ворожея качнуть. Ну вот ворожея можно со качнуть. В принципе, должно быть неплохо. Также можно и седну качнуть. На девяточку. ПБшка. Ну, в общем, пишите в комментах, что вы думаете, кого качать. И обязательно это качнем. Рину есть. Бигфут, в принципе, тоже как вариант. На девятку. В общем, вариантов дофигища. Капец. Вот это мы, конечно, нормально так потрешивали. 30к, но столько плюх. Так, третье. Ну, отсюда опять же карты сыпят. Поехали. 20к кулаков, 45 смен, 6 коробок. Отлично. Я считаю, это более чем достаточно. Поехали. Четвертое. Неплохо. Поехали. Сейчас докачаем. Пакт. И плюс 60 слизней. Офигеть. Сейчас докачаем смотрителей. Так, тут не хватает, а тут и тут не хватает. Не хватает. Разбежался я. Окей, поехали дальше. Пятые, ребят. Смотрим. Бум, бум. Еще плюс 8 рун. Офигеть. Это просто жесть. Вот это мы ресурсов нахватали. Ну и что самое интересное, ребят. Восьмые, восьмые эмблемки сейчас мы будем открывать. Это просто... Просто сейчас будет жесть, наверное. Я надеюсь, что мы сейчас вытащим хотя бы ремку одну. У меня, по-моему, сейчас мы глянем, что у меня по восьмерках есть. Я их не могу еще одевать даже. Вот посмотрите, что у меня есть. Восьмерка, восьмерка, воодушка. Две ремочки, две. Вот так вот, это то, что у нас в восьмых есть.
Поехали дальше трешивать. Бум. Исцеление, в принципе, неплохо. Ложный такое себе. Еще одна водушка, это вообще отличненько, потому что водушек психощит. Офигеть, пакт. Так, исцеление, ну все, хватит, мне не надо больше исцеления. Рвение, ну, средненько. Еще одно исцеление. Гнев. И бум, ложный. Ну, относительно такое себе. Ну, глядя на вот это вот, да, там смешно просто становится. Тут уже восьмые эмблемки. Так, ну карты мы пока оставим. Нету смысла их открывать. Хотя, в принципе, смысл-то есть. Давайте посмотрим, кого нам не хватает. По героям. Гаргул, Валька. Дракула, Одер. Гаргул, Дракула, Валька, Одер. Ну, хотя Гаргула и Одера мы можем получить путем фарма. Трианта нет. Капитана, Кинди. Ну, не хватает, не хватает таких обычных героев. Поехали, посмотрим. Что, у меня Гарпии нет? Да, не так уж и много. Так, смотрим. Отсюда мы можем получить, в принципе, недостающего. Поехали. Бум. Медузка и укротитель. Ну-ка. По-моему, медузы у нас нету. Укротитель. Отлично. И медуза, ребят, 2 с 2. Жесть. Еще плюс 2 героя у нас есть. Офигеть. Плюс 2 новых героя. Супер. Это четенько. Так, хорошо. Поехали дальше. Так, ну отсюда тоже, в принципе, могут они выпасть. Гарпия там есть. Поехали. Бум. Триантик, ребят. Трианта тоже у нас нет, уже есть. Супер. Офигеть. Триантик. И кто там еще выпал? Просто, просто кайф собирать вот так вот. Ну, суккуб у нас есть. Поехали. Триантище. Так. Еще плюс 3 героя у нас. Так. Смотрим же. Уже 62 практически. Так. Гарпия. Гарпия, дед, ну, Низика и так купить. Лазуля, Кенди, Дрейк. Ну, тут, в принципе, фигня героев осталась. Поехали. Так, ну, отсюда у нас все герои есть. Нету смысла их открывать пока. Так, отсюда у нас тоже все герои есть. Вот отсюда у нас не все герои есть. Поехали. Бум. Кенди. Супер. Вот так вот, ребят. Вот это жесть. Сколько мы там? 4 или 5 героев собрали. Новых. Сейчас посмотрим. Так, еще плюс Кенди. Кайф. Так, отлично. 63-86. Вот так вот. Так, окей. Поехали сюда, посмотрим. Так, ну хрон у нас был. Вот, раз, два, три, четыре. Плюс 4 героя. Супер. Поехали. Так, давайте по талантикам. Ну, что кому тут поставить? Ну, на Кинди можно пока даже Витал Бум поставить. Так, Сеуна, Укротителя на время, на Архидемона, Берс.
Берскому давайте пока сюда поставим. Утекание на дерево. Каменка. Да, 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 бог войны. Скажите, блядь, опять тратит таланты. Да, ребятушки, тратим. Тратим коробочки эти. Нафига они нам нужны, если их не тратить, правильно? Да-да-да. Так, в принципе, всего не надо. У, есть! Ну, все отличненько. Вот так вот, четенько. Теперь у нас, ребята, топовое дерево. Так, про светище мы говорили, уже ставим на тех, кого мы будем качать. Потом, а может и не мы. Так. Ну, дайте еще топовый талантик, но не СУ. Бастик, 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 бомбастик. В принципе, получше будет на ней смотреться. Так, ожог. Ну, это не то. Это не то, что нам надо. Бум. Корка тоже не нужна. Утекание. Жесть. Просто жесть, ребята. В общем, ладно, не будем тратить, пусть пока будет. Вот такой вот трешечок. Как просили, сыграли в топового пирата. И, наверное, круто сыграли, потому что у нас теперь и книг немерено еще есть на прокачку героев. Так, на ком мы тут? Атлант у нас десятка. Так, это оставим на питомцев. Делаем вот так вот. Десяточка. Десятка. Фараона докачиваем. Ой, а зачем я этих качаю? У нас же куча новых. Куты. Укротителю однозначно десятку. А, медузки десятку. Дереву десяточку. И кенди. Отлично. И апаем силушку. Кенди, кенди, кенди. Дерево. Так, плюс 780. Отлично. Супер. 70к. Вот эта сила пошла в рост, да? Отлично. Следующий титул у нас есть. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики, все дела. Аккаунт участвует в конкурсе, и он будет разыгран. Всем удачи, всем пока.